Вот сегодня 13-го пришел на огородчик, там по Пололе, где молимся. А тут Сергей Шадрин занимается с собачкой. Показать, что тут они делают. А ну-ка попробуй команду выполнять. Да я сказал! Давай, должна слушаться беспрекословно. Показывай, какие команды. Хорошо, молодец. Нельзя. Ну, вылазь. Стоять. Хорошо, все. Молодец. Хорошо. С ней мало занимались. С собакой много надо заниматься. Надо книжку брать, считать, что там написано, как. Да, а меня до дома редко бываю. Но. Она. Собачка. Все знает, но не закреплена. Ну понятно, закреплять надо. Но. Чтобы одна с места не срывалась. Я занимался в уголовном розыске на экзаменах. Моя первое место заняла собака. А экзамен получился так. Один стек потерял ночью в юбилейном парке. Уголовный розыск. Ну и направил я ее туда. Она вынесла, он говорит, дорогой брал кирпич, бросил, она кирпич донесла, там он копировский его собрала. И наконец стек несет, а он подумал, ну бищик такой, как у сома, с двух сторон свисает. И прямо так и зашла в комнату для экзамена. Ой, лежит устала. Сколько лет ей? Год. А? Год. 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 Вот, пускай. Все, пошел я к своим. Ага. Наша работа. Кушает тут плохо. Показать. Может, смена места. Не ест ничего. Все, пошли. Нынче вот даже крещение было. Идут и ноги скрываются под водой. Видите как? Вот идет плац, и все под водой, воды больше. Но хотим сделать еще больше, на метр поднять. Но удастся, нет, это дело покажет. Ищу драглайн. Нанять-ка экскаватор драглайн. Он может углубить. Но для этого, конечно, нужна площадка ему какая надо. Пришел на маленький огородчик. Все работают. Что-то без дела, по-моему, отрок стоит. Что такое случилось? Что-то неладно? Так, чтобы не повредило, смотри внимательно. Не нагибайте помидоры, то они подломают их. Сбоку так рвите, а его не надо. Ногами-то наступаешь, садишься на него задницей это. Ты что делаешь-то? Катя, ты маленько сама-то поднимайся, смотри. Они же его все отломил, ушел, а дальше там завял, и ничего нету. Аккуратно. По дорожке и под него. Не, а это не трогай руками ее, не задевай. Помидоры не трожь, под него аккуратненько руку засунул, и все. А что стоишь-то, Алеша? Нормально. Да стоять-то будешь, ничего не будет. Он не, ты можешь стоять день, два, три. Да, рядом Тараси, начинай. Это тоже что-то задумался. Максим. Молится, наверное, все время. Нельзя. Трогать нельзя его, он молится. Один в сапогах резиновых. Я гляжу, вы как-то не натруждаете себя. Боитесь тронуть или что, траву. Видишь, как по одной. Откинул, опять сидит. А
работать. Да как? Разве так что-то вырастет, если так работать будешь? Я ищу. Не понял, что ему надо? Максим. Я ищу. Видишь, вот это вот помидоры, а остальное можешь все смело вырывать. Вот, видишь. А что у него не ладится-то, Катя? Он искал траву, сорняк. А? Я искал траву и сорняк. Ничего не пойму, что тут пищишь искал тихо так. Траву и сорняк. Ну дело-то стоит. Смотри. Кто-то работает, а он сидит, еще одну травинку вырвал, опять закрылся. Фуражку сверху насыпил. Башлык, убери башлык-то. Для чего он тебе нужен-то? Тело свое так любишь, прям до ужаса. Ну посмотри, ребята, Тарасик голыми руками, шея голая, закубарился. Какой-то работник-то. Ну, все, где-то укусил комарик, вздрогнул весь прям, покатился по полу. Все, в истерике. Но это не годится совсем. Крапиву ужалила. Что ему не ладно? Ну, на крапиву. Ну, на крапиву, ну еще на крапиву-то. Не стыдно, ничего, свернулся. Рядом девчонки работают, скорчужился. Ой, ой. Да разве можно так жить? Верующий называется. Это не из пятидесятников? Крестное знамение ты не творишь, тебя и сатана мучает. Катя, да. Посмотри, он садится на это, он не видит вообще, на что садится-то. Убери его от работы, он работать не будет, выйди оттуда. Он работать не хочет, зауговаривает кого-то его. Иди сюда, вот сюда, встань туда, смотри, стой. Так и обедать будешь. Вот туда повернись, все, хватит так. Вот здесь стой, никуда не ходи. Повернись туда к лагерю. Туда лицом повернись. Вот здесь стой. Мне такой работник зачем нужен-то? Одну травинку вырвал, больше не хочет. Как же вас воспитывают так? Вот я понимаю, Егор. Смотри, он как борется с чем. Репей. Готово. Разрежь. Так, теперь оторви его. Руками его. Все. Туда его выбрасывать. Ой, Егора как у настоящего мужика дело идет. Так, смотрите, лишнее не вырвите, то у вас ничего не будет. Что-то много нарвали вы. Я не пойму, они что, подряд все вырвут, что ли? Так отступитесь маленько, это много уже прореживайте. Здесь не надо трогать. Там совсем уже мало осталось. Которые рядом в одном кусе растет несколько, тут можно брать. Давайте. Кислый какой пацан. Вот у меня работница еще. Вот, смотри, с этой стороны. Да замечательные девчонки. Только руководи, Катя, ими, чтобы они лишнее не вырвали. Прорежу они моркови. Морковь у нас должна быть в еде. Вот они, пожалуйста. Это кто работает? Мария или Софья? Я Маша. Маша? А это Софья, да? Ну, молодцы девушки. Давай, к травинке вырывай. Она, смотри, как у нее пальчики работают хорошо. Вот так. Вот так. А у нас если зелень, это мы берем. Нам никто не дает. Ну, имеется в виду, кто дает, а так-то постоянно никак. Постоянно у нас свое все. Вот они как работают. Молодцы мои. Вот я понимаю. Маме будет радостно посмотреть, как у нее доченьки работают. А не трудно травинку-то оторвать. Но если не приучить пальчики работать, так они и не нужны тогда будут. Только на другого пальцем показывать будешь. Тебе самому не стыдно, что ты так работаешь? А? Считаешься верующим. Какой же верующий такой лукавый? Все работают. Без этого ничего нигде не бывает. Совсем не годится. Посмотри, чтобы они не попортили. Самое главное. Аккуратно. Большую траву вот эту вырвать. Под корешок ее бери. Во. Так, его не трогать. Пусть он до обеда стоит, выстаивается. Как работаешь, так и полопаешь. Вот так. Девчата, смотри как. У нас 4 сегодня разбитых пункта, где работают. Вот издалека поработали, все убрали. Это, кажется, Миша с Нестором идут, издалека идут.
Вот они были. Мы сейчас вместе с ними там убирали, где молимся. Вот они идут. А ну-ка, бегом! 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 Они не слышат. Ну-ка, закричите бегом им. Бегом, они не поняли. Бежите! Все, тронулись в путь. Нельзя говорить. У них тяпки в руках. Это они техника безопасности соблюдают. Молодцы, ребята. Вокруг, смотрите, что у нас тут. Цикорий. Издалека. Я пройду сейчас. Вот уже маленькие зеленые помидоры. Уже видать. Ну, маленькие совсем. Вот они где. Эти, которые покупают, они как деревянные шары бильярдные. Я их даже есть не хочу. Зубы сломаешь. А наш-то берешь его, если взял в рот, это одна мякоть. Это пустырник. Знаешь, это кое-что убирать надо. Пустырника много. Мальва растет. Это как сорняковое растение. А тут что? Ну, похоже, огурцы, дыни. А там что дальше? Ну, две грядки гороха. Дети любят горошек. Как будет поспевать, если успеет до 2 августа. Ну, этот какой-то горох-то такой большой. Ну, что, все закончили? Да. Ну, все, давайте здесь работайте. А то он парень один не хочет работать, его я поставил стоять, совершенно не работает. На ноги не, ногой не наступи. Идите, найдите себе работу. Катя, дай им работу. Ребятам. Не порубите, тут арбузы где-то растут. В прошлом ли году они были. Вот драгоценное место. Сергей дальнобойщик с собачкой приехал. Все, трудиться пошли. Все, с Богом. Доброе дело с собачкой гулять. Да, занимаемся потихоньку. Польза, да. Все, пока.